от учеников Малевича и Филонова усвоил, что мы уже давно живем вне всяких стран. Если мы вспомним, что нам Малевич писал, он мечтал сделать какие-то платформы, которые будут в космосе, на которые будут жить все люди разных национальностей, разных стран. Он нарисовал свой квадрат, потом этот квадрат чуть-чуть в перспективу устроил. Получились такие так называемые промы. Появились такие перспективы, да, то есть даже в космосе, но все равно перспектива, что там, значит, вот эта жизнь должна бы на них находиться, эта жизнь. Так что, понимаете, я встретил всех этих людей, и после разговора с ними как-то, особенно в Питере, мы не ощущали себя принадлежностью к какой-то стране. Вот такие несколько человек. Плохо это или хорошо это. Но, во всяком случае, всегда было движение. Люди всегда передвигались куда-то. Медленно, может быть. Они мигрировали или дрейфовали, как это делает биосфера или вообще стратосфера или атмосфера. Все это происходит. Так что я думаю, я не буду вам свои на эту тему догматики выставлять, но я скажу, что за 40 лет, что я по всему миру работал где-то был, я себя ощущал на маленькой деревне под названием «Планета». Особенно теперь, это еще было 40 лет назад, но теперь вы все знаете, что происходит в любом уголке мира, правильно? Поэтому, а искусство, оно только и живет тем, что оно заимствует откуда что-то. Оно всегда заимствует, переделывает и выдает свое. Да, мы скажем, французское искусство было, русское искусство, немецкое. Там есть какие-то черты этого этноса, правильно? Но все равно это становится языком, понятным другим людям, другим странам. Смотрите, что сейчас в Индии, какое искусство, в Китае. Это все вдруг постепенно за эти сотню лет обволокло весь шар, так? Это как будто ее называют ноосфера. Что такое ноосфера? Вы пользуетесь телефоном, который сделан где-то в Китае. В Америке он придуман, или во Франции, или в России, а сделали его где-то, скоро будут делать на островах, где-то в Тихом океане. Папуасы будут делать. А им скажут, как делать, и они сделают. И какой-нибудь там найдется папуас, который скажет, а вот тут надо иначе как-то это сделать. У нас, в нашей деревне, это бы сделали иначе. И окажется, что он открыл какую-то новую связь.